знову з вами. Отже, з 1 березня пенсії зростають на 11% більше, ніж для 8 мільйонів українців. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. І про це будемо говорити з економістами. Це Едуард Каражия, чекаємо на Геннадія Чижова, президент Південноукраїнського центру етнічних і політичних досліджень «ЛАД». Він долучається вже до нашого ефіру. Вітаємо вас, Геннадію. Доброго дня. Будь ласка, займайте своє місце. Також у нас будуть включення економістів з Києва. А поки відкриваємо лінії для голосування. І, звісно, цікавимося вашої думки. Повідомляється, що в середньому зростання пенсії на 11% – це означає, що пенсійні виплати зростають на 300 гривень. На вашу думку, наскільки суттєве таке підвищення? Два варіанти відповіді пропонуємо. Перший – це хоча б щось. Дійсно, 300 гривень – це гроші, або ж… Це дуже мізерне підвищення. Будь ласка, голосуйте, беріть участь в інтерактиві. 726-3326, можна долучитися до нас, працюємо у прямому ефірі. Отже, перше запитання відповідне буде вам, Едуарде. За минулий 2020 рік повідомляється, що в середньому пенсія зросла майже на 500 гривень. Чи можна це вважати досягненням? Чи все ж таки на тлі того, що середня пенсія була мінімальна пенсія була 2100 гривень, трохи зросла 2400 гривень, то і 500 гривень – це вже успіх. Будь ласка. Ну, звісно, 500 гривень і 2100 – це дійсно хороший такий розмір. Це, ну, достатньо багато. Вот. Но вопрос надо, знаете, как ставить по-філософськи или, наоборот, более конкретный, практичный. Как у нас ведется расчет увеличения пенсии? То есть уже не первый год, мы прекрасно знаем, что пенсия увеличивается с марта месяца. Mm-hmm. На размер пенсии увеличения зависит индекс инфляции, да, и рост там, минимальной заработной платы. Поэтому, естественно, чем выше инфляция, тем будет выше пенсия. Что такое инфляция? Это рост цен. Mm-hmm. Вопрос, хотим ли мы, чтобы у нас вместе с пенсией росли цены или вместе с ростом цен росли пенсии, что, в принципе, одно перекрывает другое. Поэтому здесь вопрос, знаете, насколько, я думаю, он намного глубже. И вообще вся наша пенсионная реформа, она настолько запущена, настолько засорена, она настолько сложена, что за год, за два, за три, за пять эту проблему не решить. И нужны очень такие меры непопулистские, и нужно людям рассказывать, объяснять. И во многом, даже скажу, пенсия сегодня зависит не от тех пенсионеров, не от того стажа, сколько лет они отработали, официально или неофициально, а от той заработной платы, которую сегодня официально получают дети и внуки пенсионеров. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. От этого будет зависеть размер. Поэтому, когда мы говорим, что да, 500 гривен вроде бы как это что-то, но, конечно, это ничего. С учетом mm-hmm. того минимального уровня пенсии, который есть, что 2000, mm-hmm. что 2300, что 2500, я думаю, для пенсионеров mm-hmm. это ничего. Геннадію, якщо можна, вашу думку, почуємо трохи пізніше, в нас є включення, телефоном долучається Олексій Плотніков, потім обов'язково слово вам. Отже, доктор економічних наук Олексій Плотніков, телефоном, вітаємо вас, будь ласка, як чути, скажіть, про пенсію говоримо, і ось попередній спікер сказав, що нам не оминути непопулярних кроків у плані покращення пенсійних виплат. Яка ваша думка з цього приводу? Доброго дня. Ну, тут непопулярні кроки, все ж таки, давайте почнемо з непопулярності того, чи популярності, що у нас підвищують. По-перше, 300 гривень – це середній показник, але у нас є вкрай високі, і у нас більшість отримує мінімальні. Тобто це не показник того, що той, хто отримує мінімальний, він отримує 300 гривень, він отримує менше. Крім цього, є такий чинник, як там було проанонсовано, що в цьому році будуть отримувати ще 400 гривень ті, кому хто досяг 75 років. А якщо подивитись на ці 300 середніх гривень, то, скоріше за все, у нас знизиться кількість громадян, які отримують субсидію. Але, знову ж таки, субсидія десь у нас 1200-1500 середня, а підвищення в кращому буде 300 там, чи 700, якщо 75 років. Тобто це призводить до того, що у нас зменшується кількість громадян, які отримують субсидію, і відповідно всі ці проблеми без субсидії, вони збільшуються. Ну і в цілому, якщо дивитись на ці 11%, дивіться, у нас офіційна інфляція по цьому року – це 10%. 11%, ну фактично, знову ж таки, їжа буде дорожчати більше, ніж 10%. Тарифи дорожчують. Тобто з точки зору реальних доходів пенсіонерів, особливо тих, хто отримує мінімальну
пенсію, тут якогось прориву, якогось прогресу я не бачу. Я дуже вам вдячна за вашу фахову думку. Телефоном доктор економічних наук Олексій Плотніков. Давайте коментувати. І Геннадію, звісно, вам слово. Вот этот дисбаланс, который мы имеем, он практически уже теперь непреодолимый. И многие страны, вот та же Грузия, они выплачивают пенсию из бюджета. Мы столкнулись с этим тоже сейчас. И, конечно, я согласен, что реального повышения пенсии нет. Хотя вот, да, 75 лет хотели повысить им на 400 гривен, но опять же этого не произойдет, потому что перенесли это на 1 октября, сколько я знаю. Соответственно, как-то надо решать эту проблему, и население сейчас, вот я уверен, сейчас припало к экранам телевизоров и смотрит, что же скажут люди, которые разбираются в экономике, все-таки я себя к этим людям отчасти тоже причисляю. Я хотел бы сказать такую вещь. Вот все-таки, как бы то ни было, ставя самую такую основную задачу, и экономисты в этом всегда единогласны, что нужно развивать, в первую очередь, внутренний рынок, обязательно нужно нашим пенсионерам все-таки изыскивать, не знаю, с ренты брать, еще с каких-то других источников. Ну, просто нужно добавлять пенсию более высокими темпами. Ну, понимаете, я думаю, что вот если мы говорим, что кровеносная система, деньги – это кровеносная система, то, да, даже не обеспеченные не так в полной мере деньги, которые даются пенсионерам, они все равно все уходят на внутреннее потребление. Они никуда не идут, никакие накопления толком. Даже если идут, то это мизер, все равно попадает там в те же банки. Но не идут они на, как говорится, такие операции спекулятивные. Вот эти деньги, они как раз и явились бы в какой-то степени стимулятором, мотиватором развития внутреннего рынка. Нельзя экономить на пенсионерах. Все пойдет через банковскую систему очень быстро, потому что продукты в основном они так покупают. Так иначе, будут или коммунальные будут услуги, да. Больше. И 50% на коммунальные, 50% на продукты. Там кто-то на лекарства, кто-то побогаче. Остальные просто уже в ужасе находятся. И дело здесь не политическое там, или эмоциональное, в ужасе, не в ужасе. А просто действительно эти пенсионеры, они как раз и наш золотой запас. Потому что если мы говорим о том, что сейчас у нас там сколько, 11 миллионов 300 пенсионеров, а уплачивают налоги там по разным оценкам 8,5-9 миллионов человек, это дисбаланс непоправимый, я уже начал с этого. Ведь здоровая пропорция 4-5 раз наоборот больше должно быть работающих, чем пенсионеров. Откуда экономически вытягивать, значит, средства из экономики лишние, которые бы покрывались бы вот на солидарную эту систему или накопительную, тем более, систему? Нет возможности такой у нас в ближайшие годы накопительную систему запустить. А поясніть мені, будь ласка, все ж прив'язку до мінімальної зарплати. Повідомляється, що з 1 січня розмір мінімальної пенсії за віком, він зростає до 2400 гривень. Завдяки підвищенню мінімалки до 6 тисяч гривень. Але чому мінімальна зарплата, тобто мінімальна та виплата, на яку може прожити, проіснувати людина, рівняється 6 тисячам гривень, так? А та кількість грошей, на яку може прожити пенсіонер, так, мінімально 2400, майже в 3 рази менше. Здесь немножко другая связь. Поясни, будь ласка. Да, здесь у нас существует закон, еще был при предыдущем правительстве, при предыдущем президенте было принято решение. Причем это не украинское ноу-хау, оно существует во всем мире. То есть каждый год, единственное, что отличаются месяцы. В одной стране с 1 апреля, в другой с 1 февраля, где-то в Украине с 1 марта вот происходит вот эта индексация. Как ее рассчитывают? Есть два показателя, которые берут средний. Да? Вот, допустим, рост минимальной зарплаты там вырос на 20%. Значит, 20% делим пополам, 10% идет рост пенсии. Аналогичная инфляция, там, допустим, 10%, берем половину, 5%, складываем, получается такая средняя арифметическая. Поэтому сказать, что минимальная пенсия привязана непосредственно к минимальной заработной плате и составляет от нее какой-то процент, это неправильно. Вот поэтому здесь один момент. Второй момент. Я бы очень все-таки, когда я говорил не популистские, скажем так, методы, да, это в том плане, что мы должны идти на такие вещи, которые не будут популярны среди большинства. Да, даже если мы говорим о пенсионерах, я бы делил на две категории. Пенсионеры и люди пенсионного возраста. У нас настолько все, оно сама по себе пенсионная реформа, не реформа, а сама пенсионная система настолько несправедлива, да, мы знаем, что люди, которые получали зарплаты невысокие, но имеют высокие пенсии, допустим. Люди, которые получали высокие зарплаты, но работали буквально 5 лет, за эти 5 лет обеспечили себе высокую пенсию, потому что это такой механизм начисления этих пенсий. И сегодня в этом всем разобраться, знаете, во-первых, понятно, что об обратной дороге нет. Пенсия ни в коем случае меньше стать не может.
Но главное задача сегодня помочь тем людям, которые действительно работали честно, которые работали много, работали тяжело и сегодня имеют пенсию на уровне минимального прожиточного минимума. То есть вот те размеры, которые, говорите, 200, 2400, да, там, пускай 2500. То есть это люди, которые, как правило, работали в бюджетной сфере, люди, которые работали очень тяжело, у которых большой стаж, да, и из-за того, что низкие заработные платы, вот эти начисления, они фактически для них мизерны. И, а есть другая категория, опять же, да, ну, нельзя сказать, что она не заслужена, ну, ни в коем случае, но оно есть, даже не хочу их называть, чтобы никого не обидеть, да, но у них и пенсии изначально просто выше. Более того, есть пенсия сама по себе как базовая величина, а к ней что-то определенные какие-то надбавки, да, там, за место работы, там, должность, скажем так, рискованная работа, менее рискованная и так далее. И поэтому здесь, я даже скажу, сегодня есть пенсия, я знаю, что женщина получает 83 тысячи гривен. Угу. Понимаете? И я бы не сказал, что она имела такую заработную плату, эту пенсию заработала. Угу. И в то же время для тех, кто сегодня выходит на пенсию, есть ограничения, потолок, там, 16 тысяч с чем-то. То есть получая хоть официально миллион, официально, то есть ты платишь налоги, все равно больше, чем 16 тысяч, ты пенсии не получишь. Угу. То есть другое ограничение, которое никак не стимулирует человека зарабатывати офіціально. Панове, річ зайшла дуже про цікаву тему соціальної справедливості, вірніше, несправедливості. І одразу маємо дзвіночок від глядача. Вітаємо вас, як вас звати? Будь ласка, представтеся. Вітаємо, будь ласка, представтеся, як вас звати? Доброго дня. Здравствуйте, Валентина Ивановна. Я работающий пенсионер, и меня интересует, будет ли повышена пенсия работающим пенсионерам. Угу. Дякуємо, Валентино Іванівно. Можливо, є відповідь. Ну, це лучше, для тих, конечно, обращаться з спеціалістом пенсійного фонду, но из той інформації, которая есть, кто не, кому не будет не повышена пенсия, это тем пенсионерам, которые ушли в прошлом году. Раз, угу. У них индексации нет. Не получат повышение пенсии военные, не получат повышение пенсии люди, чиновники, у которых и так пенсии очень высокие, поэтому эта индексация не подлежит. А все остальные люди работают или не работают, это нигде не оговорено, то есть люди должны получить увеличение пенсии, потому что это их пенсия, она индексируется, вне зависимости от того, работает пенсионер или не работает. З нами зараз скайпом долучається до розмови економіст Олег Пензін. Вітаємо вас. Добрий день. Говоримо про пенсії, пенсійні виплати, про зростання. І ось мова зайшла саме про соціальну справедливість, чи то пак несправедливість, коли одні пенсіонери отримують мінімалку у 2400, інші максималку у 17 тисяч гривень. Як можна усунути цю дисгармонію, дисбаланс, на вашу думку? Ні, ну дивіться, є формула розрахунку пенсії, вона уточнювалася в 2017 році. Було введено поняття страхового стажу. І, власне, ті пенсії, які зараз існують, які нараховуються, вони нараховуються по тому законодавстві. Один раз на рік вони індексуються. Ну, от, власне, от зараз, з 1 числа цього місяця, має здійснюватися індексація. От, там 11% має збільшитися в формулі середня заробітна платня, власне, по якій буде здійснюватися індексація пенсії. В середньому десь приблизно люди додатково до пенсії отримують, при отриманні середньої пенсії десь на рівні 3200 гривень, вони отримують 308-309 гривень доплати. От, так що от така справедливість, про яку ми зараз з вами говоримо. Коли ми з вами говоримо про великі пенсії, то це не ті пенсії, які, власне, ми обговорюємо по звичайному закону, це спеціальні закони, по яких нараховуються пенсії, там окремі пенсійні забезпечення є для суддівського складу, там, правда, не пенсія, там називається прожиткове утримання. Спеціальні пенсії виплачуються для прокурорського складу. Ну і державні чиновники мають по своїх законах отримувати пенсії. Хоча, ще раз повторюю, на сьогоднішній момент, я так трошки послухав перед тим ваш ефір, для державних чиновників пенсії не такі високі і в дійсності вони дійсно не індексуються, а індексуватися вони починають з того моменту, коли розмір пенсії за віком зрівнюється з величиною пенсії у відповідності до виходу державного чиновника на пенсію. Тобто тоді починається індексація.
Так що, ще раз повторюю, про соціальну справедливість в країні, в якій на 11,5 мільйонів працюючих приходиться 12 мільйонів пенсіонерів, говорити достатньо важко. Ну, я маю на увазі 11,5 мільйонів людей, які платять єдиний соціальний внесок. Тому що реально людей працездатному віці у нас порядку 20 мільйонів. Олеже, ще одне питання до вас. Зазначає прем'єр-міністром, що ще одним кроком саме до справедливої пенсії в Україні стане введення накопичувальної системи. Над нею уряд працює зараз. Чи ви можете нам коротко розказати, що це буде така за накопичувальна система і коли вона запрацює? Ну, дивіться, тобто у нас на сьогоднішній момент з вами солідарна система, це є перший рівень. Тобто заробітну пенсію люди отримують, виходячи із тих податків, того єдиного соціального внеску, який щомісяця сплачують нині працюючі. Другий рівень системи – це є накопичувальна система, це є обов'язково накопичувальна, другий рівень. І, власне, передбачається, що будуть створені відповідні фонди пенсійні, накопичувальні. Зараз іде активне обговорення, чи це буде державні накопичувальні фонди, чи можуть бути приватні, які будуть працювати в межах другої системи, другого рівня пенсійної системи. Власне, де люди зобов'язані будуть відраховувати частину своєї заробітної платні і через певний період часу по досягненню пенсійного віку їм буде робитися виплата із, власне, тих коштів, які вони накопили. Тут, власне, є достатньо серйозна проблема, тому що накопичувальні системи, вони позитивно показують себе тільки в стабільних економіках. Там, де є великий рівень інфляції, там, де є величезні проблеми із економічним розвитком, там, як правило, накопичені гроші не встигають індексуватися і, скажімо, вкласти їх в якісь активи, які зможуть уберегти їх від знецінення, достатньо важко. Ну, от дивіться, от в якості яскравого прикладу, в 97-му році в нас задіяна гривня, так? І в той момент, коли в Україні була заведена національна грошова одиниця, співвідношення курсу гривні до курсу долара був, за 1 долар давали гривню 76 гривень, так? За 1 долар. Сьогодні 1 долар 28 гривень. От уявіть собі, що ви в 97-му році поклали умовну гривню свою в накопичувальний фонд. Ви ще не маєте права на отримання цих коштів, тому що ну, треба 35 років страхового стажу, щоб вийти на пенсію. Тобто вони ще там у вас лежать. Але вони знецінилися практично в 20 разів. Ну, от що ви в реальній дійсності з тої гривні отримаєте після того, коли от попрацювала наша економічна система ті роки. В нас в 15-му році було 42% індексу інфляції. Ну, от рахуйте, який там актив витримає власне таке знецінення. Тому в мене є достатньо песимістичні очікування щодо запровадження в Україні накопичувальної системи другого рівня. Дуже вам вдячна за ваші фахові і дуже важливі думки. І маємо черговий дзвіночок від глядача. Вітаємо вас. Як вас звати? Представтеся, будь ласка. Здравствуйте. Меня зовут Любовь Васильевна. У меня вопрос. Я уходила на пенсию в 2005 году, когда нужно было иметь стаж 25 лет. У меня стаж 29,7 месяцев. Я себе ушла на пенсию. Теперь минимальную пенсию я даже не получаю. Я получаю 1900 гривен. Потому что мне говорят, что нужно, чтобы было 30 лет. Я уходила на пенсию, тогда нужно было только 25 лет. Почему так? Дякуємо вам за запитання. Тобто не вистачає навіть кількох місяців до 30 років. Ну, математика, так. Да. Ну, уравнілока. Ми живемо в країні Україна, СССР, тире 2, називається 2.0, Українська СССР. Все залишається як з планової економіки, і така адміністративна система, вона просто автоматично розподіляє, начисляє пенсію. Тобто автоматичне розподілення, якщо не дотягує до 30 років, то да. Таки, ну, конечно, да. Хоча тоді, коли жінка виходила, мало бути 25 років. Это вот, це ну, же... Дело в тому, що, скоріше, не зовсім так, тому що пенсія вже у неї є. Она ее зарабатывает. Единственное, что, может быть, индексацию не проводит в зависимости, что не хватает 30 лет стажа.
Члени люди выходят и 15 лет стажа, и 10 лет стажа, и кто успел вовремя выйти, уже пенсию, понятно, у них никто не забирает. И ну, здесь сложно, потому что каждый, знаете, настолько все запутано, и настолько каждое дело пенсионера персонально. То есть, чтобы быть объективным, нужно просто брать это дело, брать специалистов и ни одного, лучше всего, группу товарищей, потому что настолько есть много нюансов, которые, ну, просто вроде бы как, знаете, как живут, работали на одном месте, живут в одном такие нарекания дуже часто. А размер пенсии абсолютно разный. Поэтому здесь очень тяжело дать какую-то объективную оценку. Другое дело, что я считаю, все-таки я больше политический эксперт, я считаю, что все-таки здесь государство должно в лице вот высших чиновников, высших правительственных специалистов, там, значит, партий политических, они все-таки должны поменять модель вот эту пенсионную и прийти к той известной формуле, которую рассчитал два экономиста, это Владимир Лановой, который посчитал, что 35-37 миллиардов у нас уходят деньги под контролем, в принципе, чиновников. Долларов. Это если мы умножим на курс, то мы получаем триллион, второй бюджет. У нас чуть больше триллиона бюджет государства. И пенсия, как минимум, может быть в два раза повышена сразу же, ну, может быть, немножко меньше. Но, в принципе, вот речь должна идти о других показателях, от того, что минимальный прожиточный минимум, минимальный прожиточный уровень, он должен быть реалистическим. А реалистически это порядка там 4-5 тысяч гривен. И вот если говорить о минимальной пенсии, то она не может быть ниже там, 4,5 тысяч гривен. И вот от этого исходить, от экономических критериев, нигде ты их возьмешь. Возьмешь, понятно, нужно будет наводить порядок. Вот эти деньги, которых я сказал, триллион денег, которые не в тени даже, в тени это еще больше будет, а просто те, которые воруются прямо наглую со всех источников, которые на всех эфирах уже устали мусолить, начиная от таможни, кончая НДС и так далее. Вот тут происходят страшные вещи. Но если правительство об этом сейчас не задумается, оно понесет имиджевые и потери, и потом, скорее всего, будет заменено. Я же еще раз повторяю, эти деньги, они не инфляционные. Они просто пойдут на потребление, и очень быстрая скорость оборота этих денег от продовольственного прилавка до банка в течение до конца дня эти деньги, как правило, инкассируются. То же самое с коммунальными тарифами, которые пенсионеры первые плательщики, они стоят отдать. Так, вони дуже відповідальні. А уже много из телефона научились, дали с компьютера платить. Поэтому оборот, скорость оборота денег высочайшая. Соответственно, они не могут быть инфляционными. Это просто их напечатали, да, они не создали. Я согласен с специалистами, что, конечно же, они не дали добавленную стоимость. Но это должно оживлять экономику. То есть, условно говоря, кровь должна быть не такая густая, как у нас денежный поток, а разжиженная вот этими деньгами. Да, я согласен, что они напечатали. Но их правильно нужно делать таргетирование инфляции, правильно локализовать. Знаете, мы говорим сейчас о каких-то таких математических вопросах, да, накоплении, где взять деньги и как их распределить. Но пока не будет пенсия персонифицирована, пока не каждый будет понимать, что размер пенсии зависит от него самого, толку никакого не будет. Это опять вот то, что не популярно, то, что на население это никак не воспримет. Да, я согласен, что сегодня это сделать невозможно просто физически, математически. Этих денег просто нет. Но пока человек сам осознанно не будет понимать, что его пенсия, его светлое будущее зависит от него самого, а государство будет стимулировать таких людей, толку никакого не будет. Потому что сегодня почему такие пенсии? Почему люди даже не пытаются сегодня официально получать заработную плату? Они не верят, да, что эти накопления будут достаточными. Они не верят в то, что государство их поддержит. Они не верят в то, что тот, который сегодня честный, как правило, в нашей стране все время проигрывает экономически, финансово. И поэтому, обжевшись не один раз, сам родители, там, бабушки, дедушки, люди просто в это не верят. Можно я добавлю? Можно просто интересную мысль просто Эдуард подает, конечно. Но я согласен с тем, что должен быть в итоге как решающий такой еще элемент. Решение вопроса состоит в безусловном базовом доходе. Нужно обязательно обеспечивать минимальный прожиточный уровень с помощью вот этого механизма. Базовый доход с рентных платежей, с других, правда, даже там коммунальной собственности личной, это на уровне территориальной громады. То же самое на уровне государства. Есть столько излишков, которые просто некуда их девать, они все воруются и вывозятся мощным потоком в офшоры. И эти деньги должны оставаться в Украине и создавать основу базового безусловного дохода для того, чтобы люди не вымирали, не выезжали. Потому что тариф ОЦИД закончится скоро пенсионным ЦИДом, когда пенсионеры уже будут просто падать на улице голодные, в обмороки. Это происходит уже, кстати. На жаль, наш ефірний час вичерпано, дуже прикро, що на такій сумній ноті, але я вам вдячна за те, що знайшли час і звітали до нашої студії, говорили про зростання пенсії, дивимося думку глядачів, наскільки суттєве підвищення пенсії на 300 гривень. Це хоча б щось 20%, зараз 17 вже відсотків за цей варіант, 83% за варіант
мізерне таке зростання пенсій. І наостанок зачитаю останні новини про головне. Отже, президент підписав закон України про ліквідацію Державної фіскальної служби. Вітаю всіх причетних. Це означає, що закон про Бюро економічної безпеки України також буде підписаний, а податкова міліція ліквідована, зазначає нардепка Василевська. І ще одне. Український бізнесмен Геннадій Корбан викупив частину одеського «Цитрусу». Сума внеску – це 801,5 тисячі гривень, і про це повідомляють у телеграм-каналах. Ось такі новини, і ще більше їх знає моя колега. Я вітаю тебе.